прямом эфире давеча мы продолжаем. Снести нельзя построить. В Первомайском районном суде поставили запятую в споре о строительстве дома на водопроводной 4, которая стала точкой. Дом по решению служителей Фемиды застройщик обязан снести в течение 10 дней. В противном случае администрация города сделает это сама. Напомню, что с иском в суд обратились представители мэрии и областного правительства с требованием прекратить строительство частного дома. На это застройщик не получал разрешения. К тому же постройку он возводил в охранной зоне Трифонова монастыря. Представители застройщика аргументировали свою позицию тем, что это не возведение нового здания, а реконструкция старого 1912 года постройки. Адвокаты ответчика просили провести экспертизу, но суд в этом им отказал.